Всем любителям вязания добрый день! Сегодня начинаю вязать легкую осеннюю шапочку по простой схеме из шерсти крючком номер 3. Я люблю крючок, спицами вяжу, но больше люблю крючок. Нам надо замкнуть в колечко 5 воздушных петель. 5 воздушных петель я провязала, теперь замыкаю их в колечко. Хвостик, который у нас получился, мы заправим, провязывая это колечко. Теперь в это колечко нам надо провязать 13 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петли подъема, это первый столбик. И еще 12 я буду провязывать в это колечко. Первый ряд провязан, 13 столбиков с одним накидом есть. И соединилась я в третью воздушную петлю подъема. Во втором ряду мне надо провязать 26 столбиков с накидом. Каким образом? Первый столбик – это 3 воздушные петли подъема. Я их уже провязала. Следующий столбик с накидом надо провязать в арочку. Вот она, арочка и столбик с накидом. Следующий столбик надо провязать в вершиночку столбика с накидом предыдущего ряда. Следующий опять в арочку. И так далее. Столбик в арочку, столбик в вершинку. Столбик в арочку, столбик в вершинку. Итого получится 26. Третий ряд у меня готов. И соединение я сделаю в третью воздушную петлю подъема. Третий ряд. 3 петли подъема, он же столбик с накидом. В следующую вершинку столбика с накидом предыдущего ряда также столбик с накидом. А вот третий столбик мы провяжем в арочку. Четвертый и пятый столбики мы провяжем в вершиночки столбиков с накидом предыдущего ряда. А следующий столбик в арочку. И так будем вязать в третьем ряду следующим образом. 2 столбика с накидом подряд в вершиночке столбиков с накидом предыдущего ряда, а третий столбик с накидом в арочку. 2 столбика в вершиночке, третий в арочку. Всего у нас должно получиться 39 столбиков с накидом. Давайте поработаем. Продолжаем четвертый ряд. 3 воздушных петли подъема. В вершиночку столбика с накидом предыдущего ряда вяжем столбик с накидом. В следующую вершиночку столбика предыдущего ряда тоже вяжем столбик с одним накидом. Следующую вершинку мы вяжем уже 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И так будем продолжать дальше. Столбик с накидом в вершиночку столбика предыдущего ряда. Еще раз столбик с накидом в вершиночку столбика предыдущего ряда. А в третью вершиночку 2 столбика с накидом в одну вершину. И так продолжаем до конца ряда. То есть столбик с накидом в вершинку, столбик с накидом, а в каждую третью вершинку 2 столбика с накидом в одну вершину. Столбик с накидом в вершину, столбик с накидом, 2 столбика с накидом.
Вот таким вот образом мы будем продолжать. Заканчивая четвертый ряд, я вам хочу показать еще один момент. Последний столбик с накидом будет ввязан в основание первого столбика, а первый столбик у нас это 3 воздушные петли, и соединюсь я в 3-ю воздушную петлю подъема. Итак, у нас в четвертом ряду 52 столбика с накидом. Теперь будем приступать к вязанию 5-го ряда. Готовы наши 4 ряда. Посмотрите, как красиво получается, невзирая на то, что ниточки не новые, они уже у нас бывшие в употреблении, ровненько и красиво. 5-й ряд. 3 воздушных петли подъема. Между ними 2 петли дополнительных, и в это же основание еще один столбик с накидом, то есть вот такая галочка. Дальше воздушная петля, 2 столбика предыдущего ряда пропускаем, и в вершину 3-го столбика предыдущего ряда ввязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли, и в эту же вершину, в эту же вершину я провяжу еще один столбик с накидом. 1 воздушная петля. 2 столбика с накидом предыдущего ряда пропускаю, и в 3-ю вершиночку я ввязываю опять столбик с накидом, 2 воздушные петли, и в эту же вершиночку столбик с накидом. Вот у меня получились такие вот птички. И таких птичек должно получиться в 5-м ряду 17. Давайте поработаем. Закончен 5-й ряд. Вот они, наших 17 галочек. Теперь будем вязать 6-й ряд. 6-й ряд будем провязывать следующим образом. Соединимся соединительным столбиком и перейдем в арочку. 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом. 2 воздушные петли. В эту же галочку еще 2 столбика с одним накидом. Воздушная петля. Вот. В следующую галочку то же самое. 2 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. Еще раз 2 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И в каждую галочку будем провязывать вот эту серию из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петель и еще раз 2 столбика с одним накидом. Между галочками 1 воздушная петля. И так будем работать. 7-й ряд. 6-й ряд я закончила, выглядит вот так. 7-й ряд. Я перехожу в центр моей галочки и начинаю вязать с 3 воздушных петель подъема. Это первый столбик с накидом. Еще один столбик с накидом. Но в этом ряду уже будем вязать между парой столбиков с накидом 3 воздушные петли. В эту же арочку
два столбика с накидом. Воздушная петля. Чем отличается седьмой ряд? Вяжем точно так же, только вот в этих арочках, в этих галочках, два столбика с накидом, вместо двух три воздушные петли. Переход. И еще два столбика с накидом. Следующее. Столбик с накидом. Еще столбик с накидом. Три воздушные петли. Одна, две, три. Еще два столбика с накидом. И между группами этими одна воздушная петля. Вот, фактически то же самое, только три воздушных петли. Восьмой ряд. Я традиционно уже перешла в арочку. Теперь три петли подъема. Нам заменят столбик с накидом. В восьмом ряду я буду провязывать подряд три столбика с одним накидом. Три столбика с накидом. Между ними три воздушные петли и еще раз три столбика с накидом. Один, два, три. Вот такой будет наш восьмой ряд. Одна воздушная петля между вот этими группами и снова три столбика с накидом. Один, два, три. Три воздушные петли. И снова три столбика с накидом. Один, два, три. Между группами, между вот этими группами столбиков или веерочками одна воздушная петля. Вот так и будем продолжать восьмой ряд. Восьмой ряд я закончила, соединилась в третью воздушную петлю. Вот так у нас получается начало нашей будущей шапочки. Будем дальше вязать девятый ряд. Закончила восьмой ряд, соединилась в третью воздушную петлю подъема. И теперь соединительным столбиком я перейду в вершинку второго столбика предыдущего ряда. Тут же набираю 3 воздушные петли, и в вершинку следующего столбика я ввяжу еще один столбик с накидом. Дальше у нас следует арочка. В арочку провяжем один столбик с одним накидом. В вершинку следующего столбика столбик с накидом. В вершинку второго столбика предыдущего ряда столбик с накидом. Третий столбик предыдущего ряда мы пропускаем. И в арочку провязываем столбик с одним накидом. В следующей группе столбиков первый столбик пропускаем. Во второй и третий столбики предыдущего ряда в их вершинке я провяжу столбики с накидом. И снова в арочку столбик с накидом. В первые две вершины столбиков предыдущего ряда я провязываю столбики с одним накидом. И снова в арочку один столбик с одним накидом. Вот такой узорчик у нас должен получиться. Давайте провяжем. Посмотрите, пожалуйста, что я уже навязала.
мы с вами провязали 8 рядов, а начиная с 9 ряда вязка будет одинаковая. Вершинку каждого столбика предыдущего ряда мы должны провязывать столбик с накидом. Ничего особенного. То есть в каждую вершину по столбику с накидом. И будем вязать ту длину шапочки, ту глубину, которая необходима каждой из нас. Посмотрите, какая миленькая она у нас получается. Когда я довяжу до нужной мне длины, тогда встретимся еще раз, и я покажу, что дальше буду делать. Я провязала достаточное количество глубины моей шапочки, и теперь следующий ряд будем провязывать вот таким образом. После соединения 3 петли подъема, следующую вершиночку столбик с одним накидом, дальше одну вершинку пропускаем, воздушную петлю, и еще две подряд вершинки провязываю, два столбика подряд с одним накидом в каждую из вершинок. Дальше одну петлю в предыдущем ряду пропускаем, в ряду, который мы провязываем, вяжем одну воздушную петлю и опять столбик с накидом, в следующую вершинку столбик с накидом, дальше воздушная петля, петельку пропускаем, и в следующую столбик с накидом, и в следующую столбик с накидом. Сейчас посмотрим, что у нас получается. У нас получается вот такая вот сеточка. Давайте мы ее провяжем до конца самостоятельно, а потом встретимся. Провязан первый ряд сеточки. Во втором ряду 3 воздушные петли, которые заменят столбик с накидом, и еще одна воздушная петля для перехода. Следующую вершинку я пропускаю и провяжу столбик с накидом в петельку арки. Не в арку, а в петельку арки. И в следующий столбик, то есть первый столбик после арочки, в его вершиночку. Два столбика с накидом готовы. Воздушная петля, пропускаю столбик с накидом и столбик с накидом провязываю в петлю арки. Следующий столбик с накидом провязываю в вершинку следующего столбика с накидом предыдущего ряда. Дальше опять воздушная петля. Я пропускаю еще один столбик и в петлю арочки, не в арочку, а в петельку провязываю столбик с накидом. Следующую вершиночку столбика с накидом, опять столбик с накидом и одну воздушную петлю. Вот у меня получается новая сетка. Вот таким образом продолжаем вместе. Заканчиваю второй ряд сетки и хочу вам показать еще один момент в самом конце. В самом конце я должна, и мы вместе с вами, провязать еще один столбик с накидом в пару вот к этому столбику, который образован из 3 воздушных петель. Видите, 2 воздушная петля, 2 столбика, воздушная петля, и у нас один столбик. Значит, рядышком я должна ввязать еще один столбик с накидом и соединиться в 3-ю воздушную петлю предыдущего столбика. Вот. И вот у меня все парочки состоялись. Парочка, парочка, парочка. Видите? Вот так должно быть. Дальше, чередуя
порядок провязывания первого и второго ряда надо провязать ровно столько сетки, сколько вам нравится, хочется и сколько вам необходимо. Дальше будем уже вязать самостоятельно, чередуя первый и второй ряды вот этой филейной сеточки. Успехов вам! Завершается работа над моей шапочкой. Шапочка шерстяная, тепленькая, но тем не менее она облегченная. Вот она такая ажурная, легкая, тонкая. И теперь у меня осталось провязать последний ряд. Последний ряд я буду провязывать очень просто. В силу простоты этой шапочки все гениальное просто. Две воздушные петли подъема. И в каждую петлю, не в арку, а в петлю, и в каждую петлю столбик без накида. В петлю, в вершинку столбика предыдущего ряда, в вершинку столбика предыдущего ряда, в петлю, не в арку, а в петлю. У нас была воздушная петля, которая образовала нам арочку. Вот таким образом провязываем до конца. Работа над шапочкой полностью завершена. Я еще, возможно, вот я приколола пока, прицеплю вот такой цветок у меня был. Я его раньше связала, он был на старой шапочке. И вот моя шапочка. Вот так она выглядит. Мне осталось ее постирать, пришить цветок и можно носить.